Всех приветствую. Значит, сегодня будет три мелких пакета. Так сказать, распаковка. Так, здесь вот должен быть кабель. Фон-кабель. Удлинитель 1.5 метра для микрофона или для... В общем, AUX. Так, сейчас покажу, посмотрим. Значит, где он тут у меня? А вот. Покупал его. Так. 97 рублей 84 копейки. Был куплен черный, 150 сантиметров. Оценили в 1 доллар. Ну, чуть занижено, но ничего страшного. Значит, был заказан 3 апреля. Сегодня у нас 13 июня. О, как, почти 2 месяца, что ли, шел. Ну ладно, открываем, смотрим, что тут прислали нам. То, что я заказывал или нет. Пакет пустой. Значит, давайте распечатаем. Так, мягкий. Не знаю, это силикон или нет, но очень мягкий. Видите, вот такой вот. В общем, какой-то МИИ, да, вот такого вот бренда. Вот. Сделан, смотрите, так довольно качественно. Позолоченный типа разъем 3.5. Так, а на другой стороне вот такая вот штучка. Внутри металл, ну все сделано, так сказать, добротно. Так. Как он? Ну хорошо, так залазит. Так, ну что, меряем. Должно быть 1.5 метра. Угу. Да, друзья. 1.5 метра есть, так, вы видите, нет? Даже больше, ну, 1.5 метра, да, 1.53 метра. Честная длина. Не обманул продавец. Так, ну, будем испытывать, конечно, мы все это дело. Так, пока далеко не играю. Следующее, давайте вот эту вот откроем. Здесь должен быть петличный микрофон. Петличный микрофон. Покупался он за 59 центов. Так, сейчас он стоит 34 рубля 62 копейки. Ну, в принципе, как-то так. Оценен. 3.1 доллар. О, как много оценили. И заказал я его, так, мая, 11 мая. Сегодня, я напомню, 13 июня. Месяц, чуть больше месяца шел там, пока туда-сюда отправлял на он. Так, открываем. Универсальный, портативный, 3.5 миллиметра. Микрофон должен здесь быть. Надо кончик подточить немножко у ножа. Так, он еще и... Все. Он еще и в пакетике. Так, ага. Типа шнур.
сейчас покажу. Так, длина его должна быть... Так. Длина его должна быть... А что тут длина не указана? Тут... А, 1,2 метра. В общем, так вот. Так, сейчас. Подождите. Мы его сразу и попробуем, наверное, на камере. Хотя я что-то подключаю свой старый петличный микрофон, на который пишу игры, записываю прохождение игр. Кстати, на второй канал, кому интересно, в описании посмотрите. Когда я подключаю вот к этой камере, ну, звук, так сказать, не очень. Сразу шумы больше идут. Вот на родной вот этот микрофон все хорошо. Так, ну что, поехали. Вот такая вот поворотная голова, прищепка пластмассовая. Так, ну да, в принципе, как все показано, так и есть. Ну, это самый дешевый я взял. Сейчас сниму тут вот мохнатку, вам поближе покажу. Какой здесь капсуль стоит, если мы его увидим. Так, что-то зажимает. Прищепку можно снять. Вот. Взял его из-за того... А, ну, в принципе, что-то там лукавит, по-моему, продавец. У него на картинках... Сейчас посмотрю еще точно. А нет, больно-то не нарисован. Это значит, другое смотрел. Положил в корзину еще один. Буду покупать еще один, наверное. Капсуль у него обычный, по-моему, дешевый. Давайте посмотрим. Вот так вот он выглядит. Обычно это электретный микрофон. Нет у него ни плюса, ни минуса, как утверждают специалисты. В общем, а тут я вижу типа минусовой контакт еще на корпус микрофона распаян. В принципе, наверное, это должно как-то лучше быть для него, но давайте проверим мы это. А лучше это... Блин, главное, чтобы он там не болтался. А он там болтается, ведь, друзья. Вот это вот смерть для него. Блин. И что же делать? Или он должен вставляться вот в эту штучку? А он здесь не держится. Ну вот смерть для микрофона, вы че, китайцы? Так, ладно. Сейчас я его подключу. Кстати, сперва... замерим длину. Сперва подключу напрямую к камере, а потом через удлинитель. Ну нет, 1,10 метра только. На 10 сантиметров нас продавец обманул. Так, ну что, сейчас я его подключаю в камеру. Так. Так, вот 10 сантиметров от рта. В общем, вот здесь вот, если как петличка, и вот от стола вы видите вот такой звук. Как нормально. Я еще сам при монтаже
послушаю, ничего делать не буду, вот как есть, так и в обработку пущу. Так, ну а теперь давайте попробуем вот с этим переходником, точнее удлинителем. Включаем его, значит, вот сюда. А сам удлинитель подключаем в камеру. Есть. Вот 10 сантиметров от рта. Как петличка на одежде, ну где воротничок. И вот здесь вот как от стола, если бы он лежал на столе. Дальше, но вот что-то тут мягкий, мне очень нравится. 1.5 метра, а микрофон на 10 сантиметров короче. Значит, стоит он сейчас 34,62. Так, окей, поехали дальше. Значит, здесь у нас. Так, неизолированный, постоянного тока и напряжения, модуль питания, литиево-зарядное устройство 5 ампер, светодиодный драйвер. О, как брала его 79 рублей 89 копеек, оценили в 1 доллар. Значит, Ozer Electronics компонент, разные электронные компоненты, значит. Так, типа светодиодный драйвер, да? Так, а сейчас он стоит 80 рублей 97 копеек. Во, подорожал, грубо говоря, на рубль. Так, брал его 3 апреля аж, сегодня 13 июня, ну как. Так, это что, открываем. Даже типа антистатический пакет, чтобы дросселя не сгорели, всякие резисторы. Так, вот такой вот маленький, да? Так, а точно такой, ну-ка посмотрим. Ну да, да-да-да, он самый. Значит, что он тут пишет, продавец? 5 ампер максимум. Низкие пульсации, высокая мощность, использование в качестве нормального кровяного давления, модули с перегрузкой по току защиты цепи, используется в качестве мощных LED, постоянно настоящий привод модуль, имеет токовую защиту при пределах выхода короткого замыкания, даже если он не будет гореть модуль. Этот модуль использует решение машины пайки, каждый модуль поставки был за 2 часа на старение теста для обеспечения высокой надежности. Значит, входное напряжение от 4 до 38 вольт, выходное напряжение от 1,25 до 36 вольт, непрерывного регулируемого. Выходной ток регулируемый максимально 5 ампер, выходная мощность 75 ватт, максимальная рабочая температура от минус 40 до плюс 80 градусов, рабочая частота 180 кГц. Эффективность преобразования до 96%. Так. Защита от короткого замыкания, ограничение тока 8 ампер. Ничего себе! Вот это да! И установка под винты его можно. Сколько там? 3 мм. Ну да, здесь есть отверстие. Так, ну окей. Так, нужны ножницы, чтобы моим ножом я его повредил. Так, ну что, иди ко мне, моя прелесть. Вот такой вот модуль, довольно увесистый. Я сначала так и не понял, что же это мне пришло. Так, ну пайка, конечно, так себе отвратительная. Вот, видите, если я вам это передам, камера передаст.
Вот видите. Так, микросхема. Чего тут у нас? Транзистор какой-то. Так, вот, если сфокусируется. О! Почитайте. На паузу поставите, посмотрите. Так, ну вот такая вот штучка. Твердотельные конденсаторы стоят. Что уже хорошо. 35 вольт. Так, а выходной у нее 36, да? Блин. Дроссель. Дроссель. Болтается. Блин, ну, конечно, сборочка не очень. Я вам скажу. Зазоры между, блин. Это ж надо было напротив друг друга припаивать вход, видите? Тут вот здесь вот расстояние вообще, ноготь еле пролазит. Вот так вот. На выходе более-менее хорошо сделали. Так, ну все, друзья, вот такие были вот товары, который я заказал с Алиэкспресса. Ну, конечно, это еще не все там. Остальные в пути. Ну, все на этом. Давайте. С вами был Вячеслав Иванов. Понравилось? Если дальше будет интереснее, я думаю. Подписывайтесь. Ну и все. До скорых встреч. Пока. Скоро увидимся.